Всем привет! На связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему JCASA. Урок номер 25. В этом уроке мы с вами поговорим о немаловажном модуле, без которого не обходится ни один интернет-магазин. Это поиск по магазину, по товарам. Как он работает? Сейчас на демо-примере мы видим рядом с корзинкой иконочку лупы. Мы по ней кликаем. Вот здесь у нас появляется поле поиска. Человеку просто достаточно ввести несколько букв товара. Если такой товар присутствует в магазине, он отобразится моментально. Давайте проверим. Я начинаю набирать название товара. Я написал только три буквы. И высвечивается сразу свитер, который вот в принципе ниже отображается. Да? Но это может быть любая страница. Главное, и товары с похожим названием здесь будут показываться в списке сразу с картинкой. Мы лишь кликаем по найденному варианту поиска, так называемый умный поиск, и попадаем сразу же на необходимый нам товар. Давайте такое реализуем в нашем магазине. Переходим в админку нашего сайта, переходим в компоненты JCASA, переходим в инструменты расширения, прокручиваем в самый низ, и здесь в списке нам нужно сначала скачать, установить необходимый модуль поиска. Давайте его здесь найдем. Находим данный модуль здесь. JCASA Search называется он. Нажимаем установить. Установка модуля успешно произведена. Переходим в расширение модулей. В модулях он у меня сразу наверху. Заходим внутрь. Состояние опубликовано. Позиция модуля Search у нашего шаблона UMarket. Давайте посмотрим. Она так и называется. Вот поиск по-русски. И здесь у нас небольшие настройки, ширина формы, автозаполнение. Включите подсказки автоматического поиска. Я думаю, это прикольная фишка. Включаем. Количество символов 3. В принципе, нормально. То есть это абсолютно так же, как я вам показал в примере, когда я искал свитер. Дальше переходим. Привязка. Выбираем на всех страницах. И, в принципе... Давайте сохранимся. Посмотрим на сайте. Перейдем на наш сайт. Обновимся. Вот модуль поиска у нас уже выводится. Давайте я перейду на какую-нибудь другую страницу. То есть, смотрите, у нас вот есть товар, да? Лен должны написать и должен нам определить все вот эти посты, где мне написано landing page. Нажимаю поиск. В поле поиска вставляю лендинг пейдж. Сразу вы видите целый список товаров с таким названием. Вот даже я сокращу до трех букв, и он уже определяет все товары с названием, которое начинается на слово лен, да, то есть лендинг пейдж. И вот они все товары, переходим в любой товар. Поиск на сайте у нас готов и работает. На этом данный урок закончен. Если для вас он был полезен, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Не забывайте голосовать ВКонтакте на тему, какие видеокурсы вас интересуют по движку Joomla. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%.
А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.